Кирилл, ты присоединился к команде еще на сборе в Сочи. Как прошла акклиматизация в коллективе? Первый сбор был втягивающий. Ну, команда приняла сразу меня отлично, то есть коллектив очень хороший, мне это понравилось. Я был этим очень доволен, так что вошел очень хорошо, быстро освоился и уже приступили к полноценной работе. Как вообще воспринял предложение от «Факела» для продолжения карьеры в Воронеже? И как проходили переговоры? Ну, позвонил Роман Гурамович непосредственно. Я знаю, что они поговорили с тренером, была заинтересованность у тренера. Это очень важный момент для меня был. И поэтому я, недолго думая, принял это предложение. Я этому очень рад и будем стараться работать, радовать болельщиков. Уже прошло несколько дней сбора в Турции. Как оценишь свое состояние? Что скажешь по тренировочному процессу и условиям проживания? Насчет условий все вообще превосходно. Все для работы есть. Вопросов здесь нет. Насчет моего состояния. Оно сейчас намного лучше, чем в Сочи, потому что в Сочи больше после перерыва мы входили только. Сейчас уже пошла полноценная работа и состояние отличное, готовы работать. Так что все хорошо. После перехода из молодежной команды, как работается во взрослом коллективе? Ну, конечно, здесь намного все быстрее. Здесь мужской футбол уже, все должно быть быстрее, жестче. И поэтому, конечно, к этому надо чуть привыкнуть. Но я думаю, для этого нужно немного времени. К тому же и тренировки были с основной командой в «Динамо». Поэтому все это привычно. И как бы нету большой разницы. Работаем. Все хорошо. Спасибо.